Добрый день! Сегодня предлагаю вместе повязать вот такую маленькую коалу. Такую маленькую игрушку ребенку удобно будет носить повсюду с собой. Из нее можно сделать брелок, если добавить крепление, или даже елочную игрушку. Для работы над этой коалой нам понадобится пряжа Yarnart Jeans светло-серого цвета. Можно сделать ее всю однотонной, но мне все же нравится, когда сочетается несколько цветов. Поэтому мы еще возьмем белый джинс и темно-серый Газал Baby Cotton. Крючок нам нужен 1,6 мм. Иголки, черная нить для пришивания глазок, в качестве которых будут бусинки 4 мм. Черное мулине, чтобы вышить носик. И холофайбер для наполнения игрушки. Начинаем с вязания головы. В кольцо мы провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Свободную нить затягиваем. И в первую петельку ряда провязываем соединительный столбик. Воздушная петля для подъема. Еще раз подтягиваем нить, чтобы у нас не было отверстия посерединке. И продолжаем второй ряд. В этом ряду в каждую петельку мы провязываем по 2 столбика без накида. То есть мы делаем 6 прибавок. И в итоге у нас получается 12 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Опять в первую петельку соединительный столбик и воздушная петля подъема. Следующий ряд мы провязываем 18 столбиков без накида, делая прибавки через один столбик. В первую петельку провязываем 2 столбика. Во вторую 1, 2 столбика, 1, прибавка, 1, прибавка, 1, прибавка, 1, прибавка. 1 столбик. Закрываем ряд соединительным столбиком и воздушная петля. В четвертом ряду мы делаем прибавки с интервалом в 2 столбика, и у нас в конце ряда получится 24 столбика без накида. В первую петельку вяжем 1 столбик, во вторую 1 столбик, в третью петлю прибавка. Раз, два, прибавка, раз, два, прибавка, раз, два, прибавка, раз. Два, прибавка, раз, два, прибавка. Закрываем ряд соединительным столбиком и воздушная петля. Следующий ряд мы вяжем
30 столбиков без накида, делая прибавки через каждые 3 столбика. Начинаем ряд с прибавки, потом 3 столбика по одному в каждую петлю. 3. Прибавка. 1, 2, 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 3. Закрываем ряд соединительным столбиком, воздушная петля. Следующий ряд, уже последний прибавок, мы делаем прибавки через каждые 4 столбика, провязывая 36 столбиков без накида. Вяжем столбик, во вторую петлю второй столбик и делаем прибавку. 1, 2, 3, 4, прибавка. 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 1, 2. Закрываем ряд и воздушная петля. Теперь нам нужно провязать 6 рядов по 36 столбиков без накида, без изменений. После того, как мы провязали 6 рядов по 36 столбиков без накида, мы начинаем делать убавки. В этом ряду мы убавляем через каждые 4 столбика. Провязываем 2 столбика по одному. Убавка, то есть из 2 петель мы вяжем 1 столбик. 1, 2, 3, 4, убавка. 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 1, 2. Закрываем ряд соединительным столбиком и воздушная петля. В следующем ряду мы вот точно так же, как делали прибавки, только теперь в обратной последовательности. Провязав убавки через 4 столбика, следующий ряд мы вяжем убавки через 3 столбика, потом через 2 и потом через 1. Таким образом мы придем к 12 столбикам в одном ряду.
Вот такая основа для головы у нас получилась. Всего 16 рядов, и в конце мы оставляем длинную нить. Именно ей мы будем пришивать голову к туловищу. Дальше вяжем ушки. В кольцо мы провязываем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Свободный конец мы затягиваем, делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, и теперь в ту петельку, из которой у нас идет воздушная петля, мы вяжем один столбик без накида, а потом в каждую по 2 столбика без накида. Получается, вот у нас первый, это воздушная петля подъема, это второй. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиннадцать, двенадцать и последнюю петельку, 13 и 14. Воздушная петля, вытягиваем ниточку подлиннее, ею мы будем пришивать ушко к голове, обрезаем. Еще раз хорошо затягиваем колечко и вяжем точно такое же второе ушко. Теперь мы пришиваем глазки и вышиваем носик. Отступаем 7 рядов от нижнего края, крепим нить. И просто стежочками крепко пришиваем бусинки. Точно так же пришиваем и второй глазик. Для вышивки носа мы берем черную нить мулине и вышиваем носик стежками от нижнего края кверху на расстояние 2 рядов. И расправляем ниточки, чтобы они у нас равномерно ложились. Вот. А потом рядышком вот так, расправляя нить, мы стежками вышиваем весь носик нашей коалы. И еще буквально пару стежков. Так. И последний. Вот так. Теперь мы делаем еще один стежок с самого начала, где мы делали носик, выводим нить на противоположный конец вверху носа
И вот так одним стежком просто выравниваем верхний край. Заводим нить на изнаночную сторону. И на узелочек тут затягиваем. Ушки мы пришиваем с помощью иглы с широким ушком. Отступаем 5 рядов от центра и на одинаковом расстоянии от глазок пришиваем ушки, подхватывая петельку на ушке и заводим иголку между рядами на голове. Потом опять петелька на ушке. И на голове. И так до самого края ушко мы крепко пришиваем. Наполняем голову холофайбером. И вот уже вот такая коала у нас вырисовывается. Голова у нас готова. В следующей части мы свяжем туловище с лапками и соберем уже полностью игрушку.